Проживающие в Карабахском регионе Азербайджана армяне в прозрачной обстановке свободны и в соответствии с правилами переходят границу в обоих направлениях – Армению и Азербайджан. Наряду с жителями комфортно обеспечивается проезд их личных автомобилей и транспорта, перевозящих гуманитарный груз. В настоящее время для проживающих в Карабахе мирных армян нет проблем с пресечением границы в рамках закона. Процесс организован упорядоченно, в атмосфере вежливости, в соответствии с правилами. В работе азербайджанские пограничники демонстрируют высокий профессионализм. Организован надежный контрольно-пропускной процесс для как въезжающих на территорию Азербайджана, так и выезжающих лиц, транспортных средств и грузов. Пограничный пункт оснащен необходимой техникой и оборудованием. Оформляется беспрепятственное пересечение границы гражданскими лицами. Сегодня наши пограничники, как и на других контрольно-пропускных пунктах, организовали на дороге Лачин-Хан-Кенде высокий уровень охраны наших суверенных территорий. Они профессионально предотвращают незаконные вмешательства. На этом КПП вместе с азербайджанскими пограничниками несут службу и сотрудники Государственного таможенного комитета. Руслан Хасянов, Гюляр Атамова, новости СТВ.